Вот смотрите, сынуля поспал буквально часик, проснулся и хочет все тут разнести. Да, мам? Хочешь все разнести, да? Вот, вот, вот он во всей красе. Вот, вот. Доча еще спит. Да? Да, мам? Ты почему так быстро проснулась? Да, да. У бабули весь дом надо перевернуть, скажи. А то у нее здесь порядок. Надо свой порядок навести, да, маме? Мужчина, ой. Ой, молодец какой. Ой, ты, мама. Или как одной рукой снимает. Где Асланчик? Вот он, самый красивый мальчик. Вот он. Ай, да-да-да-да-да. Ты куда встаешь? Куда ты хочешь встать? А? Куда? 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 Смотри, какой ты сладкий. Мама, иду, уйду из кадра. Мама, зачем нужна здесь? Аслан, а телефон уже здесь. Аслан, куда делся телефон? Не понял ребенок. Без улянтых тарвики. Тетя твоя пришла, да? Давай на тебя штанишки одену. Одеть на тебя штанишки. Ай! Когда ты чуги-ги-ги-ги, а я одна так это колеба. А не вообще же. Когда бручу заметил маму, да? Аниш, нахуй, Аниш? Идёте, Киру. Карабычу гюзю дал оğlum. Карабычу Мамина любовь. Кирю,
Aslan parçası. Geliyor, 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 Я могу так часами снимать. Мамино солнышко, да, Асланчик? Ой. Мощила я. Трышку тоже пустил. Долго терпел. Çok zaman kendini tuttu. Evet, hadi. Hadi, bak, 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 bak. Hadi oynayalım. Fış fış kayıkçı, kayıkçının kireyi, akşama fincan böreği, hop hop eder yüreği. Ой, тебе 70. Fış fış kayıkçı. Çok tatlı ya, çok. Забрали моих детей, слушай, осталась я тут совсем одна, одинёшенька. Тётя забрала, тётя и старшая дочь забрала сынулю. Вон бабуля забрала дочу. Остались мы тут с папой одни. Не видно их вам. Золовка пошла вместе со старшей дочкой, пошли они в магазин. Здесь недалеко есть магазин, там парфюмерия, всякие вещи продаются. Не знаю, что они там хотят. И сына моего забрали. Вон слюнявчики моих детей здесь не отходят. Банан, по-моему, утащила моя свекровь, с дочью тоже. Уже вечер, сколько время у нас? 8 часов. Через 25 минут у нас можно будет открывать пост. Это кто-то у меня спрашивал, то ли в комментариях, то ли где, во сколько открывают пост. Сейчас 8.23 или 8.25, я точно не помню. Вот, тарелочки, стаканчики для газировки готовы, это обязательно. Вместе с пиде почему-то большинство народу пьют кока-колу или газировку, или фанту. Газировку я имею в виду, типа что-то похожее на спрайт. Я пью айран. Я вообще это кола, вот это все газированные напитки не пью. Когда была беременна, я помню, как ненормально, мне хотелось этот Макдональдс и эту колу вредную. Но я это дело быстро прекратила. Кстати, вот эти вот все цветы высаживала моя свекровь. И смотрит за ними только она. А вот это вот зацветет очень красивыми цветами, такими сиренево-фиолетовыми. А тросточек мне свекровь приносила в прошлом году. Он у меня в прошлом году на балконе рос, потом зимой, конечно же, умер. Вот. Куда, куда, куда? Она ушла с моей дочи. Короче, вот такие вот у нас дела. А, она там за домом разговаривает, я ее голос слышу. Раньше, когда только моя свекровь со свекром переехали на этот район, здесь еще не было стольких домов, здесь были сады оливковые, там всякие-всякие разные, они жили напротив вот в этом доме. Квартира у них была, по-моему, трехкомнатная. Папа работал полиции, ну, всю жизнь он работал, и всю жизнь его командировали в разные города. Измир — это последний город, в котором он работал, по-моему. И этот, потом они приобрели вот эту вот квартиру, в которой сейчас живут. Она побольше, здесь 4 комнаты. Ой. Там фотография внуков старших. Надо с телефона взять какие-нибудь красивые фотографии, напечатать,
Отнести. Мне уже муж сколько раз говорит, у меня руки не доходят. Нужно самой сходить и показать, какие фотографии я хочу, потому что если самой не сходить, если я буду переправлять с номера на номер, качество портится. Так, вот чай тоже уже кипит. Да, принесли. Пиде приносит вот таких вот коробках с названием кафе, в котором готовилась, конечно же. Так, посмотрите на моего сынулю. Сынулю привели домой. Он, оказывается, заснул на руках у зятя. Вот. Кушает теперь солнышко мамина. Вот таких коробках приносят. Горячий, вкусный. Сейчас это все мы будем есть. Сколько здесь? 3 коробки у нас. Ну, немножко края подгорели, бывает такое. А так, я смотрю, очень даже начинки хорошо положили. А то бывает, иногда очень мало начинки кладут. Бабуля опять забрала зехрашку и пошла к другой соседке. Она по всем соседям таскает детей. А Аслан занят очень. Племянник постригся, стал красиво наконец-то. У него были таки все. Bak ya. Все врут, даже папины ноги. И чё? Я тебя снимаю. Он пытается вставать. Остатку еще вот сюда. Это телефон тоже не затыкается, этот игрушечный, вечно сам собой болтает. Аслан! Занят. Аслан! Ты что делаешь? Чокмешку или чокмешку? Вот такой тортик в честь дня рождения девочки нашей. И кидоудун бьюк принцесс. Если переводить точности, хорошо, что ты родилась старшая принцесса. Так как у нас есть еще одна младшая, она у нас теперь старшая. Вот. А мы бенчоки не поставим. Я говорю, я столько поела, не буду кушать тортик. У меня места нет. Ne oldu yine? Terlik. Aslan sömürük var. Aslan. Ты не устал еще, ama. Ya biz yaşlıyız ya. Dayı sarısıyla yaksana sen mavisiyle yakmaya çalışıyorsun dayı. Neyin sarısı ya? Ateşi. Onlar belki ters bakmıştır. Değil ters değil. Bu. Tamam. Bak. Yak ötekinde. Yanıyor. Ben çekmeye gidiyorum. Ben video çekiyorum kanalım için, siz bilmiyorum. Fotoğraf da çek. Aslında çekiyorum aslında. Достали фотографии. Вот кто это, кто? Куда обласы бьют принцесс? Это вот на Аслана похоже. Это папа наш, муж мой. Гена, одел вот тур.
Это тоже наш папа, но здесь он больше мне зехрашку напоминает. Вот тоже зехра похожа. Это старшая дочь ему. По-моему, зехрашка похожа. Аслан бензио. Да? Бурда зехра бензио. Алла зехра. Burada kimse benzemiyor. Evet. Çok zayıfsın bu. Kuduyu topu. Başka ne var? Bitir. Herkes bir şey arıyor şimdi. Zehra. Aynı Zehra. Это старшая дочь. Bak aynı Zehra. Evet. Похоже. Gözlerinde var ya. Ой.